Как правильно проводить госзакупки? В Дагестане провели семинар для специалистов этой сферы. Провели его в рамках реализации приоритетного проекта главы республики «Эффективное государственное управление». В семинаре приняли участие более 200 человек. На встрече также подвели итоги прошлого года. Так, за 2018 год объем заключенных контрактов составил около 20 миллиардов рублей. Общая экономия по закупкам составила около 800 миллионов. Цель этого мероприятия является повышение знаний контрактных управляющих. Для этих целей мы постоянно приглашаем известных лекторов, докладчиков для того, чтобы российского масштаба, для того, чтобы они объясняли, каким образом проводить закупки, чтобы не допускать нарушений, как правильно это все делать и какие вообще есть изменения, так как в 44-м законе, закон, связанный с закупками, очень часто вносятся изменения, чтобы успевали отслеживать эти изменения и как правильно пользоваться этими новшествами, нововведениями, чтобы не допустить ошибки.